cuidado de his brother. He I'm in for all for study looking for smoking. You will have this. He will put the smoking on this. You will have the coat. Yes. How much? One. Yeah. I ask him. We will cover after. Давай фото меня здесь. Видео. А это отжиматься на брусьях. Те, кто не может отжиматься, коленями сюда становишься, противовес ставишь и отжимаешься. То есть, если ты свой вес не дотягиваешь, там... Да, да. 20-30 килограмм скидываешь и можешь сделать. Там еще тренажер есть. Ну здесь поудобнее, здесь угол другой. А вот этот вот, что сидя, я говорил тебе, попробуй как классно делать. Он бицепс бедра вот так вот. Попробуй сейчас сделай. Подними чуть-чуть под свои ноги, вот. Сядь, зажми и попробуй сделать. Знаешь, как классно? Ноги сюда ложи. Сверху. Нет, две ставь ноги. Классный тренажер, я тебе говорю, очень удобный. Да, и как раз бицепс бедра качаешь. Классно. Да, намного, и спина не напрягается. А это приседание. Ну, я понял, короче, вот ногами толкать. Да, ногами толкать, и типа приседаешь. Ну, прикольный тоже, да? 200 килограмм можно он подпоставить. Лежа приседание, очень прикольно. Спина не напрягается, по крайней мере. Сабвуфер.
Протеин. Куда вам столько протеина? Хотите здоровыми быть? Да. Нет, таким, как я, вам не стать никогда. Да. Не, нормальный зал вообще, да? Да, замечательно. Лучше, чем у нас? Ну, получше. Не лучше? Почему? Не, получше. Тут оборудование хорошее есть. Да, да. Станки такие, которые у нас вообще никто не видел даже. Что, давай. Тепло заканчивается. Есть, есть. С ведрами. Почем продаем протеин, господа? Не за дорого. По доллару за штучку, да. Коктейли сейчас будем ебать, протеиновые коктейли, короче, здесь на улице. По 20 крон за стакан. Миксер. Мы в городе Люкселе приехали за протеином. Протеином затарились, можно ехать обратно. Прикольно, что, блин, это самое... Дешевка. Там стоит в аптеке, короче, самое... 400 крон, 2 килограмма. А здесь 400... Ну, 500 крон пускай будет. Но зато здесь 4 килограмма. Дешево? Считаю, в два раза. Главное, чтобы на массу. Деньги не имеют значения, когда вопрос идет о массе.